Открытый телеканал представляет. Однажды суфийского мистика Мансура Аль-Халаджа спросили, как стать свободным от своих привязанностей. Мансур подошел к ближайшей колонне храма и схватил ее и закричал: «Помогите, спасите, освободите меня от колонны». И тут же он спрашивает: «Как вы думаете, это я держу колонну или колонна держит меня?» «Ну, конечно, ты сам ее держишь», – ему отвечают. Вот так же со всеми вашими привязанностями. Это ваши цепи, но не они держат вас, а вы сами за них цепляетесь, – сказал он. «Отпустите их, и вы тут же будете свободными». Ну, вот. Это очень сложно. Сложно? Да, это очень-очень сложно. Отпустить сложно их, да? Это значит избавиться от эгоизма. Это не просто какая-то мелкая привязанность. А вся наша природа, которая связывает нас цепями. То есть все цепи, столбы, за которые мы хватаемся, это все эгоизм нас притягивает и хватает. Да. Ну, то есть это тут, я тут думал, можно поговорить об этом, как от привязанности немножко, от всяких, самому отвлечься и стать свободным, а вы говорите это... Ну, называй это привязанностями, но это на самом деле вся наша природа. То есть свободными мы быть не можем, практически, получается? Мы можем. Можем. Но сами стать свободными мы не можем. То есть сами от этой колонны оттолкнуться и отбежать мы не можем? Нет, никак. Так, тогда скажите, пожалуйста, а как отбежать от нее? Я не знаю, от всех наших привязанностей? Оторваться? Это только с помощью высшей силы, которая нас такими создала, эгоистическими, и приковала цепями к этой колонне. И только если мы ее упросим, убедим, вынудим даже, чтобы она нас отковала, тогда я надеюсь, что это поможет. Что вы подразумеваете под словом «колонна»? Это все наши желания? Что это такое? Что... Это эгоизм, который нас привязывает к тому, что нам кажется приятным. Понятно. Это все наши желания этого мира? Это все наши привязанности, да? Абсолютно все, да. Вот деньги, все, как мы говорим, слава, власть, да. И все перечисление. Понятно. То есть мы сами это не можем сделать, от этого оторваться, это может только помочь нам высшая сила. Да. А какая просьба должна быть? Это крик должен, это вой должен быть. Освободи. Вы проникновенно сейчас это сказали, да. Я так прочувствовал. Вот. Освободи. И больше ничего. Понятно. Это может быть даже вот это одно слово, да, в которое все вложить. Да.